опять. Сегодня я вам расскажу, куда выгодно поехать и в какой город на Шри-Ланке. Вот мы находимся в Хикадуре. Сначала едем на Батагаму, потом на хайвей выезжаем на хайвей. Едем, 147 километров до Яллы. В Ялле ночуем, едем в Эллу. Потом с Эллы едем в Канди. Там мы посмотрим горы, чайные плантации. С Канди едем в Тринкамалле. В Тринкамалле гладим оленей. Кстати, да, расскажу вам сейчас про оленей. Вот здесь, вот где-то вот здесь, есть форт. Там есть ручные павлины. А вот здесь, чуть-чуть дальше, на пляжике, вот видите, пляж. Вот там есть олени на пляже, просто на пляже. И собаки, и олени. Едем с Тринкамалле, проезжали в Сигирию. Была уже ночь, мы не заехали на Сигирию. Едем дальше, останавливаемся в Курумугале, ночуем, едем в Каламбу. В Каламбу ночуем 2 дня и едем обратно в Хикадуру по хайвею 2 часа. Вот все выгодное, куда можно поехать. Но еще расскажем, где можно увидеть оленей. С Хикадуру едем вот так. С Тангали едем обратно, потому что в Тангале мы посмотрели красивые пляжи и пальмы. И едем в Монт-Лавинья. Монт-Лавинья очень красивый, тихий океан. Потом едем до Кальпити. В Кальпити мы побываем на сильном ветре. И едем опять по дороге в Вилпаттум. Можно заехать...